всемирно известный косметический бренд Max Factor, появился в Рязани. Дом, в котором основатель бренда Максимилиан Факторович открыл свой первый магазин, сохранился и находится на улице Соборной, дом 48. На улице Почтовой установлен столб со стрелками, указывающими направление к городам-побратимам. Это дружественные города, регулярно сотрудничающие друг с другом в различных сферах. Культура, спорт, история и другие. Рязань была основана в 1095 году, но до 1778 года носила имя Переяславль-Рязанский. С 1963 до 2010 года в Рязани была трамвайная линия. Она проходила от Полетаевского рынка до завода «Химволокно». С 1858 по 1860 год должность вице-губернатора Рязани занимал известный русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин. Также он значился управляющим местной казенной палатой.